Всем привет, всех с утречком. Бегу такая, на автобус бегу. Опаздываю. Блин, вообще я никогда не опаздываю. А тут что за день? Какой-то постный день сегодня. В общем, бегу. Прибегаю на остановку, думаю, блин, может даже я опоздала. А он еще только туда, в ту сторону идет разворачиваться. Ну и хорошо. На этой стадии тоже можно сказать, что повезло с автобусом. Я на него опаздывала, а он тоже на меня опаздывал. Ну что, сейчас я опять в город по делам. И... короче, рано. Сейчас рано, холодно, ветрюга ледяной, там все такое. Обязательно простыну. Потому что к врачам у нас номерки не совпадают с автобусом. В общем, либо 2 часа ты ждешь до номерка, либо после. Сегодня я решила, что я 2 часа подожду лучше до номерка. И зато у меня будет... ну, с обеда время свободное для дел домашних. Блин, холодно опять. Да что ж такое-то? То есть, если днем мы еще чувствуем, что уже лето, уже хорошо, уже так все прекрасно, ой, то с утречка по ночам морозы. В общем, и растюшки не высадить, и теплицу я не накрываю в этом году. Ну ладно, я уже тут это что-то углубилась. В следующем году все будет отлично. Наверняка в этом году соображу теплицу. И в следующем году, как у меня все будет шикарно. Ой. А баиньки-то хочется. Ненавижу вставать по утрам. Ой. Ну, потому что поздно ложусь, конечно. Когда уже нормально буду упахиваться и ложиться пораньше, просто вырубаться от усталости, и вставать буду с удовольствием с утра. Вот так вот я вернулась. Да, Вунь-то встречает. Кто встречает? Кто? Кто такой положительный пес? Ой, это вертихвост. Кто? Вкусняшку? Ну, пойдем вкусняшку скорее. Ой, солнышко, хорошо. Отличная погодка, Бимка встречает. Ну вот, бешеник. Ой, не, правда, с утра выпущена, перегуляла. Но сейчас пришла. Водички маленько. О, все выдули. Вот какие. В общем, видимо, Фроська бодалась, скорее всего, с козлом. Короче, у него опять с рога пошла кровь. Не знаю, где он так вот умудряется. То ли они тут насмерть. Ну-ка, покажи свою красивую голову. Почему ты все время в чего-то вот сильно так бодаешься? Ну, вот зачем ты так делаешь? Ну, бабосик сам себе заработал. Ну, нехорошо. Сейчас еще принесу. Да, не деритесь, сейчас еще принесу. Приехала, видите, у нас радость-то какая. Вот это уже настоящая весна. Мы этого моментика ждем всегда. Ледоход. Ледок очень тонкий, поэтому никакого тут мощного красивого движения. Нахождение льдин друг на друга или что-то такого, ничего нету. Совсем тонюсенький ледочек, прям на глазах тает. И вот оно, дошло до меня, наконец-то. Прошел лед весь поворот. Вот, и осталось вот совсем чуть-чуть. Вот такой вот кусочек ему протолкнуть осталось. Просто, видимо, массы не хватает. Там речка-то поуже, где он пробирался, а здесь широкая. Не знаю, так что, может быть, даже и сегодня уйдет ледок у нас. Красота! Чайки уже вовсю орут уже все. Видимо, рыбки там какие-то пригрелись на солнышке. Да, Айзун? О, Айзун, ты что, ногу пошла прятать? Ты ж моя девочка хорошая. Скажи, в снег было удобно зарывать, да? Скажи, сейчас прямо я растерялась. Не знаю, куда тащить, не знаю. Сколько вот таких вот спрятанных штук по всему участку и за участком. А? Надеюсь, что она помнит все места, куда зарыла. Айза, я ж тебя вижу. Ты под кустик решила смородиновый зарыть? Так там и Бимка даже найдет, и съест за тебя. Ой, так старается. Запасливая. Какая девка-то у меня. Вся в мать. Ой. Мать в погреб запасает. Целый подвал набила всякими баночками. А собака у меня вот на голодные времена ножки свиные закапывает. Вот дает. Ну что, сейчас мы тогда сходим за водичкой. Потом будем вычерпывать водичку, так сказать, этих с грядок.
потому что опять все натекло, все считает до сих пор. Но прогресс за последние 3 дня на моем участке, ну, прям шикарный. Я прям, ой, можно сказать, расчувствовалась, вся расчувствовалась, прямо все. Вот это уже на весну хоть похоже. Фиг с ним тонем, фиг с ним там вообще на все насрать, ну, ой. И температурка. Осталась такой более-менее положительной температуры по ночам дождаться. В общем, радостная такая вся. Даже как-то сил морально прибавляется. Как-то приятно. Ну, клещи заразенные. Ну, вот просто. Вот каждые полчаса собаку подзываю. И все общупываю, в общем. И у Вимушки тоже. Пока дает снимать втихаря. Ну, скоро он поймет, что слишком их много выдирают с носа. Ой, ну ладно. За водичкой и в бой. Красота у нас! Наверное, сегодня ледочек весь уйдет. Весь. Вот так вот. Ай. Совсем ему чуть-чуть осталось. То есть за час он так прилично так двинулся, метров, наверное, на 300 такой от меня. Ой. Весна. О. Ну, я все еще воду вычерпываю. Все. У меня все занятия на день. Я все вычерпываю воду, она набирается, я вычерпываю. И так вот, да, бесконечно. Ой, красота. Красота, все довольны. Козочки греются. И Фроська заразина. Когда родить, не знаю. Ой, радуются жизни. Гуляют такие все. Не знаю, где они сегодня избодались, бедные. Все рога в кровище. Может, и дрались, кстати. Да, тоже может быть. Козел уже такой матереет маленько так. Все возможно. Такой прекрасный у нас денек, но ледок не ушел. Но я думаю, что он уйдет ночью, потому что он наполовинку там совсем такой двинулся. В общем, ну все. Мы стремимся в лето. Ну, козелки нормально, все, кровь у него перестала идти из рога. Не знаю, что он там бодал. Ой, в общем, как они тут без меня развлекались, понятия не имею. Так, еще из хорошего у меня что? Мне, короче, подключила монетизацию на своем канале Дзен, на который летом, наверное, в августе будет 3 года, значит, сейчас где-то 2,5 года. Я туда ничего не снимала, ничего не писала, короче, все, ну, как сказать, подзабросила его. Вот, и, оказывается, уже можно было давно монетизацию включить и снимать туда что-то, потому что YouTube-то нам теперь не платит, короче, и, в общем... У меня первые заработанные 3 рубля на Дзене. Так что, кому интересно, можете заходить в Дзен с одноименным названием, тоже «Госпожа деревня». И сейчас я немножко дела разгребу и туда тоже буду что-нибудь снимать, потому что там тоже забросила своих поклонников, так сказать. Ну, в общем, прекрасный день, несмотря на то, что днем был, ну, почти лето. Ну, хорошая весна, ладно, не сглазить бы. Но сейчас уже ноль. То есть сейчас сколько, 7:30, наверное, вечера. Все, уже холодно. То есть ночью так тоже опять у нас прилично подморозит. Вот, так что все отлично, хорошо. Движемся к весне. Всех обнимаю, целую. Всем пока-пока.